12-летняя Салтанат с рождения является человеком с инвалидностью. Она ходит в школу, изучает предметы, но добираться до пункта назначения ей бывает довольно трудно по причине удовлетворительного состояния дорог. Как рассказывает ее бабушка, многие коляски из-за этого ломаются, поэтому им необходима другая новая. Мои внучки делали 2 раза операцию, но пока мы не можем добиться никаких результатов. Передвигается она дома на ходунках, а до школы на коляске добирается кое-как из-за ужасного состояния дорог. В целом она старательная, любит получать новые знания. Гуманитарная помощь от Кувейтского фонда развития в лице инвалидных колясок составила 10 штук. 5 из них предназначены для взрослых, оставшаяся часть для детей. Также сегодня нуждающиеся семьи получат по 1 домашнему скоту. Представителями благотворительного фонда в скором времени будет пробурявлена скважина. Smart Generation оказывает большую поддержку нашим семьям. Также ученикам школы Давхасукулук наряду вместе со школьными сумками были вручены различные подарки. А нуждающиеся матери получили гуманитарную помощь в лице продуктов питания первой необходимости. В школе Давхасукулук обучаются дети из неблагополучных семей. Они здесь учатся, живут, питаются. Некоторые ребята после занятий уходят по своим домам. В школе созданы все необходимые условия для детей Сукулукского района. Школа была построена 15 лет назад со стороны Кувейта. Здесь обучаются 350 учеников. Мы осуществляем поддержку Кыргызстану во многих социальных сферах, также и в образовательной. Отметим, благотворительный кувейтский фонд Smart Generation оказывает такую поддержку уязвимым слоям населения во всех регионах страны. Особое внимание уделяется образованию, говорят представители фонда. Салима Дюшенбекова, Келдебек Уламбеков, СТВ, Сукулукский район.